После капитального ремонта 16 мая открылся вестибюль станции «Проспект Мира» кольцевой линии. Вместо трех старых эскалаторов здесь установили 4 новых, а также провели масштабные реставрационные работы. Торжественное открытие обновленного вестибюля стало одним из главных подарков москвичам и гостям столицы в дни празднования 81-летия московского метро. Вестибюль станции «Проспект Мира» кольцевой линии был закрыт 30 мая 2015 года в связи с необходимостью проведения работ по замене эскалаторных комплексов, технический срок эксплуатации которых подошел к концу. Смена механизмов, установленных в 1952 году, обязательный процесс в рамках обеспечения безопасности пассажиров. Плановый срок ремонтных работ составлял 12 месяцев. Однако благодаря слаженной работе подрядчиков и служб московского метрополитена, замена эскалаторных комплексов и реконструкция здания завершились ранее запланированного срока. Современное инженерное решение, примененное в ходе реконструкции, позволило без расширения диаметра эскалаторного тоннеля установить 4 новых эскалатора вместо 3 старых. Это избавит пользователей столичного метро от очередей на данном участке, даже в часы пик. Станции «Проспект Мира» кольцевой и Калужско-Рижской линии образуют один из самых загруженных пересадочных узлов в московском метрополитене. Планируется, что после реконструкции пассажиропоток вестибюля станции «Проспект Мира» кольцевой линии составит более 80 тысяч пассажиров в сутки. Еще более 280 тысяч пассажиров ежедневно пользуются пересадкой между кольцевой и Калужско-Рижской линией. Установленные эскалаторы – российская разработка компании ZAO S-Service. Итогами успешной работы специалистов этой компании являются и новые эскалаторы на станции Бауманская, а также станции Ботанический сад. Современные эскалаторы с глянцевой металлической балюстрадой и светодиодной подсветкой полностью удовлетворяют всем требованиям и нормам безопасности, имеют современный дизайн и более низкое энергопотребление. Помимо установки эскалаторов, в вестибюле станции «Проспект Мира» кольцевой линии были проведены работы по реконструкции. В ходе работ сохранены все элементы, представляющие архитектурную ценность, и отреставрированы поврежденные элементы декора. Заново отлита скульптура, символизирующая плодородие, которая венчает нишу на фасаде станции. По историческим чертежам воссозданы осветительные приборы. Проведены работы по реставрации не только облицовки стен вестибюля, но и тамбуров, цоколей и фасадов, металлических вентиляционных решеток и решеток отопления. Отреставрирована смальтовая мозаика восточной стены центрального зала. Награды за значительный вклад в выполнение работ по реконструкции вестибюля станции «Проспект Мира» от начальника московского метрополитена получили сотрудники дирекции инфраструктуры метрополитена, электромеханической, эскалаторной и других служб. Вестибюль полностью соответствует новому стандарту комфортного обслуживания пассажиров московского метрополитена. Теперь пассажиры станции «Проспект Мира» имеют возможность приобрести билеты в кассах при помощи банковских карт, а также могут оплачивать проезд по технологиям PassPay прямо на турникете. Для оплаты проезда достаточно приложить банковскую карту к считывающему устройству.